Всем привет! Вторая серия о моей обалденной рыбалке в таких, конечно, супер рыбацких местах, что тут не говори. Здесь, наверное, я не знаю, плохая рыбалка просто невозможна, потому что рыбы в этих местах очень много и рыбы очень разной, поэтому сюда люди едут. Да, очень далеко, да, как бы и машина страдает, потому что дорога непростая. Но, тем не менее, здесь рыбалка есть. Есть она всегда, круглый год. Вот первый раз за этот год я сюда выбрался. В прошлой серии вы уже видели, как здесь рыба клюет. Кто не посмотрел ту серию, ссылка будет в описании. Обязательно гляньте и поймете, о чем я говорю. Но надеюсь, что в этой серии рыбалка будет не хуже. Ну, вернее, я не надеюсь, я в этом уверен. Поэтому досмотрите до конца. Всем приятного просмотра. Поехали! Первый раз за эту рыбалку, а находимся мы здесь уже второй день. Использую донки, но тоже я их много здесь не буду расставлять, потому что, в принципе, здесь есть чем заниматься и без донок. Рыбалки хватает и другой. Так что парочку поставлю на сазана. Ну и плюс то, что сазан не крупный, что-то ловится сегодня и вчера, поэтому как бы вот так вот. Но здесь уже поклевка. Забыл колокольчик сюда поставить. Ушел. Здесь уже поклевка. Надеюсь, что там не крупный сазан сидит, потому что подсак я с собой не взял. Отправился только на заброс. Так, куда-то затащил коряшку. Да, не крупный сазанчик такого плана. Впрочем, как и все, которые сейчас здесь ловятся. Летом здесь совсем другая ситуация. Сазанчики ловятся намного крупнее. И вобла крупная. А сейчас этой рыбы здесь, видимо, нет. Блин. Кто-то мелкий. Да, кто-то мелкий там подсел. Карасик, наверное. Стой. Опа. Ну, здесь даже течение сильноватое, что-то я погорячился.
течение это здесь очень сильно. Ну ладно, пусть пока стоит. Мелкий. Так, где мои плоскогубчики? Да блин. Прям под лодкой, да? Так, у меня ударчик был. Ничего себе. Это что, он до сюда за ней бежал, что ли, с берега? Ну да, он там же с первого раз. Ага. Проглотил, капец. Жестко. Ай-я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 й. Нормально жить будет? Да их там полно, их там прям тьма. За проводку несколько раз. О, пошел, смотри. Нифига, смотри, что делает. А что у меня здесь фрикцион? А, я же жереха ловил. Ага, красиво. У меня сошел такой же головастик. Раненый. Я уговорил. Ой, проглотил, ё-моё. Продолжение следует...
покататься. Все равно не это птички. О, хорошо сам слетел. Не придется отцеплять. Ну-ка, будет сваливать. Пока лежит. Утро. Здесь кто-то, наверное, со вчерашнего дня звенит, сидит. О, ничего себе, вобла. Еще каким-то образом забагрилась. Ладно, пусть идет гуляет. Сейчас буду перезабрасывать. Поставлю кукурузку. Плюс закормлю еще нормально сейчас. Пока крупного сазана не видно. Только мелкие. Посмотрим еще, как насчет амура. Сейчас поедем проверять вчерашние поставушки на амура. И сама тоже сейчас поедем смотреть, попался, не попался, которые у нас на змея стоят поставушки. Их вчера не стали заряжать. Только самовье. Ну, потому что видели вы, сколько мы наловили змея в первой части. Поэтому как бы его уже не надо. Может быть, перед отъездом еще раз зарядим их. Посмотрим. Ну а так, конечно, хотелось бы на лягушку крупничка половить где-нибудь. Совсем малек. Да, где весь крупный сазан, ё-моё. Выловили уже? Мне кажется, он туда течение ушел весь. Да. Начал закидушку сматывать. А здесь сом, оказывается, сидит. Реально сом? Ну реально, я тебе говорю. Или уставший, или маленький. Да. Да. Все, капец. Да, блин. Трясется весь. Давай залазь в лодку. Залезь. Да не, мелкий. Ой, весло оторвет. Он видел, он там плесканулся на том берегу. Есть? Да. Да ладно. Да.
Ну, что-то... Прям под лодкой? Ну, здесь, недалеко. Крупный? Что? А, сама поймал. Нифига себе ты. На джиг. Сам на джиг. Это весело. Блин, побольше бы что-нибудь попалось. Прикольно. Ну, видишь, здесь затишок, да, вот этот. Здесь рыба стоит всякая разная. Прикинь, у него глаза одного нет. Один есть, одного вообще нет. Ага, и не было, видать, с рождения. Не, выбил, видать, где-то. Ну, что ему глаз, в принципе, он больше усами своими чувствует, чем глазами. Глазки видел у них какие маленькие? Да, он усами, я вот смотрел, когда на этом... Обрывал вот так, сунул под тигрыш кусочек нарезки. Он пипец вот так усом только ее касается и сразу херак, атака. Угу. Сенсоры у них. Красивый судак. Такой крупный. Не знаю, что-то. Похож вроде бы на крупненького, более-менее. Ну, судя по тому, как тащит. О, да, хороший. Ведем прямой репортаж, он поймал огромного жереха. Наконец-то. Да, ну видишь, сразу вот такой бонусный. О! Под душечку. О, кабаняра! Если даже не больше с икрой. Видишь, вчера про икру поговорили. Возьмешь, а? Аккуратненько. Блин, я этим не могу. А вот. Кого? Тише, 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 тише. Это кабан. Так кабан. О, какой, блин. 2500, да, примерно? Ну, да, это. За двушку точно. Хороший. Вторыми отцепи пока. Сейчас, подожди, стоп. Вот так вот. Оп. Класс. Мощь.
Ну, мне вот там кажется. Не, вон. Подожди, здесь у тебя поклевка была, надо пробить ее. Сейчас. Вот он пошел. Давай. Взял? Блин. Гаси. Даже не подсекал его. Блин. Попал? Отбил, прикинь. Прям в лицо шла. Ага, ты четко попал. Ага, хватает. Ты останови, дай ему хоть хапнуть ее. Взял, да? Опять взял? Ага, подкус потащил. Гаси, есть. Да, на эту палку, конечно. Жесть. Интересно, а следом еще один клюнет? Ну, ничего, даже камышами тянет. Полчонка. Больше, чем те. Ну это да. А, попёр. Гадёныш. Выплюнул. А что, ты не видел, что он за ней плывет? Нет, я изначально смотрю, он из-под самых кушаров за ней, короче. Смотрел, я просто выматывал уже. И что, выплюнул? Не, взял его на такую. Прямо отсюда. Опа! Теперь я тебе чуть не прислал. Ветер разыгрался, погода такая пасмурная стала. Нет-нет, дождик покапывает. Пришел отсюда, с берега. Это где я в прошлый раз ловил с лодки. Зашел сюда с берега попробовать половить. Вот такое местечко укромное.
Ну, пока карась и мелкий сазанчик только идут. Крупного сазана нет, поэтому я, в принципе, больше закидушки, донки не ставил. Потому что, во-первых, здесь дно такое неудачное довольно. Для такой рыбалки много коряк, постоянно цепляется, обрывы. Ну и, в принципе, на удочку все то же самое ловится. Поэтому, как бы, не вижу смысла еще донки здесь ставить. На крупную рыбу мы чуть-чуть по-другому здесь охотимся, в этих местах. Ну, а пока вот поклевывает. Жду поклевки крупного сазанчика. Пока стандарт до килограмма. И на закидушки ловятся, и на удочку все одно и то же, в общем. Уже ставлю вот такую прям крупную, самую выбираю, кукурузу. Но смысла нет. Карась все равно ее как-то заглатывает и ловится. Вот это здоровый, по крайней мере, карась. Вот такой вот. Ну, приличный, более-менее. О. Ну, вот только такие ловятся. Тем, что поменьше наживка в рот не помещается. А те, что покрупнее, неизвестно, где находятся сейчас. Возможно, в такое время они в этих местах не водятся. Ну или я не знаю еще, какая причина, что за 2 дня ни разу крупный сазан не клюнул. Это даже интересно. Пока что крупный только хищник идет. Опа! Половлю немного, посижу. Может, подойдет все-таки крупничок. Кто его знает. Удастся поймать сазанчика за килограмм хотя бы размером. О, нормальный, слушай. Наконец-то. Но. Я не знаю, так я его смогу поднять, нет? Оторвется, блин. Не, поднимай смело. Думаешь? О, нормально. Ну, это сейчас считается нормальный. То, что мы до этого ловили. Это, кстати, вот первый раз зацепил.
Да, ну как крупный. Не, мелкий. Угу. Ноздрёй клюнул. Внюхал. Блин. Ну что, нам заживет? Да, конечно. Ну что, как огурец вкусный? Чопа. Чопа. Иди. 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 Опа-на. Да не дергайся ты, блин, дурик. Ну? Смотри. Видел, что делает? Подкидывает ее. Смотри, смотри, футбол играет в натуре. Сейчас он в самой лодке. Сильно, сильно не тормозись только. Сильно не тормозись, он может. Смотри, что творит, а он уже взял ее. Оп! Да, и главное, не сильно там мелкий. И что-то долго, да, он с ней игрался. Для решающего удара, блядь. Ага, готовил. Выгонял на чистую воду. Опа. Давай эту. Душку открой. Все. Ты маньяк, за резину прям берешь. Свободен. Такой мелкий, блин. Как она ему там только в рот влезла. Да, зверюга, блин. Надо же, такие маленькие, такие жадные. Да. Амурчик. Блин, ну это натяжка сильная, он сейчас сорвется, слышь. Лучше отпущу пока. Блин, я знаю, как сложу. Стой. Да, я разверну. Дай мне развернуть. Упал. Да, разворачивай. Сейчас опять то же самое получится. Ну, я не знаю, как его без подсака вытащить. Это ж тебе не сом. Без подсака вытащить, блин, не практически нереально. Если сама на такую леску посадить, его тоже реально. А, смотри, нормальная, оказывается. Я думал, маленький вообще будет. Не, нормальный. Это я попутал. Как вытащить ему
Так, вот здесь у нас кто-то сидит. Ну, вернее, не кто-то, это змееголов, понятно. Вот, смотри, как натягивает. Вон он всплывает. Он с корягой уже плавает. Матерый. А сейчас посмотрим, тянет хорошо. Ух ты, хороший. Хороший, плюется. О, какой кабаняра. 3500. Давай сразу сюда. Видать, здоровый. Как утащил. Угу. Весь коряжник за собой утащил. Да есть. Ох ты какой. Ой, пятера. Смотри. 5 кило. Ничего ж. Хороший. Ну-ка, давай фотосессию на память. О. Только не на мою подушку. Хороший кабан. Туда, да? Так, очередной кабан на подходе. Хороший, блин. Тоже зверюга огромная. О, еще пятера. Ничего себе, вот этот вообще, смотри какой. Голова какая, да? Не, голова, смотри, какая огромная. Оп, она. Да. Кто там мерят, как? Или ногу обычно ставят рядом, чтобы размер было видно. А вдруг там пятера? Ух, хотя ладно. Не понял. То я мою всю лодку уделал. Ничего себе. Что, еще не все? Нифига он обмотался там. Поплавал неплохо. Ну, здоровяк. Огромный. Тоже кабаняра огромная. Ой, блин, а вот она тяжелый. Кто-то есть. Куда их столько здесь здоровых?
Офигеть. На лягушку не так ловили, да? Ну. Ракета идет. Зеленая. Кто-то дергается, может, карась? Мощный карась, может. Самый мелкий. Тоже за корягу зашел. Оба. Веревка какая-то. Что за веревка? Блин. Фу. Вот это рыбалка. Аж на устал. Ну, в общем, все. Закончилась наша рыбалка трехдневная в этих обалденных местах, где рыбы просто полно. Но, тем не менее, не всем удается ее поймать почему-то. Я этого не понимаю, потому что рыбы, ну, достаточно. Не было только крупного сазана. Неизвестно почему. Может быть, он в основном течении, в основной протоке был. Не знаю, мы там не пробовали сазана ловить. Амур съедал всю наживку, не попадался. Тоже это нас мотивировало сильно. Делали снасти, катались, что-то расставляли, но по итогу так и поймали одного и все. Ну, а что касается змея, блин, ну, вы сами видели, здесь даже добавить нечего. Если что, посмотрите в первой серии, там мы его тоже ловили. Ну и все на этом, как бы. Едем домой, уже вечереет. В следующий раз не знаю, куда соберусь и когда. Сейчас подумаю, куда интереснее поехать, заснять интересные кадры. И отправлюсь в путь, пока еще сильно не похолодало. Можно еще покататься на такие рыбалки с ночевками и все такое. Все, а вам спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели до конца. За ваши комменты огромное спасибо. Все, увидимся в следующем видео. Пока-пока.